На этой неделе Магнитогорская поликлиника в южных районах принимает первых пациентов. После 13 лет ожидания открыли двери всех кабинетов. Накануне медучреждения показали высоким гостям. Губернатор дал поликлинике высокую оценку. Сегодня завершится всероссийский конкурс «Учитель года 2010». Определена пятерка лучших. В нее вошла и представительница нашего региона Гульнара Сабитова. Сегодня в Москве будет назван абсолютный победитель. Продолжается длительная выездная серия магнитогорского «Металлурга». Сегодня наша команда сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Напомню, две прошедшие игры дружина Кари Хейкеля выиграла у «Автомобилиста» 2-3 и у «Акбарса» 4-3. Дамы и господа, 14, 15 и 16 октября на сцене Драматического театра имени Пушкина Мариинский театр оперы и балета представляет спектакли «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Золушка», постановка Константина Иванова. Сегодня синоптики обещают в Екатеринбурге 4-6 тепла. В Челябинске 7-9 выше нуля. В Магнитогорске без осадков 6-8 плюс. В Першимпенуазе 9-11 выше нуля. В Кизильском 7-9. В Верхнеуральске 7 тепла.